Wir haben im Laufe der Jahre viele Maßnahmen beschlossen im Parlament und auch in der Verwaltungspraxis, die anfechtbar sind. За последние годы и парламент, и правительство приняли ряд решений, которые нельзя назвать, скажем так, безукоризненными. Ich habe gegen diese Maßnahmen politisch gekämpft und vor unserem Verfassungsgericht. Я по мере сил боролся с такого рода решениями. Это были политические меры борьбы, но и кроме того, это были жалобы, иски в Bei uns haben die Bürger das Recht, Gegengesetze, das Verfassungsgericht anzurufen. То есть немецкие граждане имеют право подавать иски против тех или иных законодательных актов в Конституционный суд. So sind also Gesetze verändert worden. Таким образом удалось добиться изменений в тексте отдельных законов. Das Abhören in der Wohnung. Так, например, это касалось прослушки квартир. Der Staat hat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Так, например, в спальне государства искать нечего. Die Durchsuchung der Computer ist an strenge Regeln gebunden worden. Что касается проверки информации, которая хранится на компьютерах носителях, то это также стало регламентироваться достаточно жесткими правилами. Und eine ganze Reihe von anderen Entscheidungen haben wir herbeigeführt. Нам удалось также провести еще целый ряд решений, которые были в итоге утверждены в этой беде. Das Problem sind nicht die Täter oder die Tatverdächtigen. Проблема не в том, что есть исполнители, проблема не в том, что есть подозреваемая. Das Problem ist, dass durch die neuen Informationstechnologien wir alle in ein Überwachungssystem geraten. Проблема в том, что благодаря новым информационным технологиям мы все попали в систему, которая может быть контролируема. Also, wir haben das sage ich mit vollem Bewusstsein, inzwischen ein Weltüberwachungsstaat. Можно сказать, я даюсь в этом отчет, что мы сейчас живем в таком в мире, который контролирует, можно сказать, мировое государство, которое подлежит контролю. Wir haben eine umfassende eine sehr weitgehende Datenerfassung durch die Geheimdienste. У нас есть очень серьезная продвинутая система регистрации учета данных со стороны секретных служб. Snowden hat uns dafür die Augen geöffnet. И господин Сноуден во многом открыл нам на это глаза. Die Amerikaner betrachten uns offenbar als einen rechtsfreien Raum. Ein rechtsfreien Raum, ein Raum, der sich nicht am Recht orientiert. Возможно, американцы рассматривают нас как некое пространство, где не существует права. Но с другой стороны, другие тоже этим занимаются. Гордатов hat ja über die Situation hier in Russland ein interessantes Buch geschrieben. Андрей Солдатов, к примеру, написал достаточно интересную книгу, которая иллюстрировала ситуацию, которая имеет место быть, имеет место в России. Also, Geheimdienste auf der ganzen Welt ähneln sich sehr stark. То есть секретные службы по всему миру, в общем-то, похожи друг на друга. Und das war, was ich eben gesagt habe, auch ein Motiv für mich, dieses Buch zu schreiben. Ну и это был еще один из мотивов, почему я написал эту книгу. Für die Deutschen geschrieben. Книга эта была написана для немцев. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das mal hier in Russland, in der Ukraine, in Georgien, also solche Orte. Честно говоря, я даже никогда не думал, что эта книга будет презентована здесь, или на Украине, или в Грузии. Es ist eben ein Thema, das uns alle interessiert. Но, тем не менее, это тема, которая интересует нас всех. Bürgerrechte und Menschenrechte. Это гражданские права, это права человека.
und wir stehen da auf ganz sicherem Boden. И я думаю, что это очень фундаментальный вопрос. Wir können da ganz selbstsicher sein. Ganz selbstsicher, selbstbewusst. И мы можем быть абсолютно уверены. In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Что мы делаем правильное дело. Вспомним о декларации о правах человека от 48 года. Ist ein umfassender Schutz der Menschenwürde vereinbart. Там есть положение о защите достоинства, о защите человеческого достоинства. Das gleiche gilt für die wichtige Vereinbarung, eine der wichtigsten Vereinbarungen des vorigen Jahrhunderts, die Helsinki Schlussakte. И, кроме того, можно вспомнить и другой важный документ, один из самых важных документов прошлого века. Это документы, написанные в Хельсинки, и тоже протоколы. Die Staaten von Vancouver bis Vladivostok haben eine Vereinbarung getroffen. И там абсолютно разные Die Vereinbarung, die Staaten, Entschuldigung, die Staaten. Соответственно, абсолютно разные государства приняли участие в подписании этого документа. 1975 году. Frieden. И речь идет о мире, о поддержании экономических взаимосвязях. И третье направление этих протоколов – это защита гражданских прав. Das hat ein gewisser Herr Brezhnev unterschrieben für Iran. От России подпись поставил в тот момент господин Брежнев. Und das war eine sehr starke Motivation für die solidarische Bewegung in Polen. И это на самом деле была очень сильная мотивация для солидарного движения в Польше. Wir haben auch ein weiteres Element des sicheren Bodens. Есть и другие элементы. Das ist die Charta von Paris von 1990. Почему мы считаем, что то, что мы делаем, правильно? Это Парижская хартия 1990 года. Da wurde die Helsinki Charta bestätigt. Именно в этом году Парижская хартия была подтверждена. Und nach der friedlichen Neuordnung Europas eine erneute Verpflichtung von 32 Staaten unterschrieben. И это был процесс в рамках мирного переустройства Европы. И этот документ, эту карту подписали 32 европейские страны. Die Staaten haben sich verpflichtet zur Demokratie. И эта карта обязывала государство к демократии. Als einziger Regierungsform, которая может быть единственной формой управления государством. Und sie sicherten ihren Völkern zu. И подписали, гарантировали своим народам die Menschenrechte zu gewährleisten. Обеспечение прав человека. Wir wissen, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Я понимаю, что реальность выглядит несколько иначе, не так, как описано в этих документах. Wir haben in mancher Hinsicht eine Erosion der Bürgerrechte und Menschenrechte. Некоторые используют даже такое понятие, как эрозия гражданских прав, эрозия прав человека. Das deutsche Parlament, der Bundestag hat 2012 folgendes beschlossen. В 2012 году немецкий парламент Бундестаг принял следующее решение. Er hat seine Sorge zum Ausdruck gebracht. Немецкий парламент выразил свои опасения über ihr Land, über Russland. В частности, это касалось ситуации в Российской Федерации. Wegen einer wachsenden Kontrolle aktiver Bürger. Речь шла о растущем контроле над действиями активных граждан. Er hat gewarnt vor einer Kriminalisierung kritischer Bürger. Кроме того, речь шла о криминализации. Und hat gewarnt vor einem konfrontativen Kurs der Regierung gegenüber
ihren Kritiker. И путь, направленный на конфронтацию, которая пропагандируется со стороны государства по отношению к критикам. In meinem Land und auch in Russland ist ja eine Diskussion im Gange, wie man miteinander umgeht. Ну и, собственно, дискуссия, а что нам друг с другом делать, она продолжается via Zoom. Wie man miteinander überhaupt umgeht, wie man, welche Beziehung man hat. Die Beziehung zwischen Deutschland und Russland, wie es weitergehen soll. Ну и, собственно, когда мы между тем и тем, имеется в виду сейчас Россия и Германия. Es gibt in Deutschland Leute, die sagen, man muss Russland verstehen mit seinen, auch mit seinen aggressiven Handlungen. В Германии есть люди, которые говорят, что нужно как проявить внимание к агрессивным действиям с российской стороны. Aber das ist eine Minderheit. Но это меньшинство. Aber alle sind wir der Meinung, dass die Beziehungen, so wie sie jetzt sind, nicht gut sind. С другой стороны, практически все уверены в том, что отношения в их сегодняшней форме это нехорошо. Und dass wir gewaltige gemeinsame Probleme haben auf der ganzen Welt. И у нас, у всех, по всему миру, есть достаточно серьезные проблемы. Проблемы der Welt sind jetzt wirklich bei uns angekommen. Ну и, собственно, потихоньку те проблемы, которые существовали в мире, доходят и до нас. Wir müssen entscheiden. И нам нужно принимать решение. Wie gehen wir mit der Klimakrise um? Каким образом мы будем работать с климатическим кризисом? Wie bekämpfen wir Terrorismus? Как нам бороться с терроризмом? Wie stabilisieren wir die Finanzmärkte? Каким образом добиться стабильности на финансовых рынках? Wie gehen wir mit einer globalen Flüchtlingskrise um? Что нам делать с кризисом миграции? На Deutschland sind vor allen Dingen 2015 etwa 1 Million Flüchtlinge gekommen. В 2015 году в Германию прибыло порядка 1 миллиона беженцев. Это не террористы. Это не террористы. Те террористы, которые по нас таты begangen haben, haben mit ihren Eltern schon в unseren Ländern gelebt. Те террористы, которые действительно совершали теракты, у нас в основном это были люди, которые уже жили на территории наших стран достаточно давно, и у некоторых из них были здесь еще и родители. Sie sind motiviert durch die wirklich schlimme Lage im Nahen Osten. Ну а определенной мотивацией стало ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. Es ist kein Ende abzusehen, keine politische Lösung abzusehen. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то пока что урегулирование не видно, политическое решение пока не видно. Die Menschen haben auch in unserem Lande sind unsicher, besteht eine gewisse Unsicherheit über die Zukunft. Ну и здесь, конечно, надо отметить, что есть определенное чувство неуверенности в завтрашнем дне. Es geht den Leuten gut, trotzdem haben viele Leute Sorgen. И по большому счету население Германии живет не так плохо, и тем не менее ощущение некой озабоченности присутствует. Die Sorge ist gekennzeichnet mit dem Wort Globalisierung. Эта озабоченность можно обозначить таким словом, как глобализация. Viele Prozesse finden statt, die sich nicht mehr steuern lassen, jedenfalls nicht von den Abgeordneten, die wir gewählt haben. В общем-то, имеет место достаточно большое количество процессов, которые достаточно сложно контролировать. Deshalb tun wir im Moment alles, um die Krise in Europa zu bekämpfen, die Identitätskrise Europas zu bekämpfen. И поэтому в настоящий момент мы стараемся бороться с этим кризисом самоидентификации, который имеет место в Европе. Ich habe angefangen, Politik zu machen,
schon als Student, sozusagen, mit dem Motiv, dass eine solche exzessive Barbarei wie unter Hitler nicht mehr passieren darf. И меня двигала вперед следующая мысль, что то варварство, которое творилось во время правления Гитлера, не должно повториться. Und ich habe mich mit unter geschehen ein Deutscher zu sein. И да, я испытывал определенное чувство стыда по поводу того, что я немец. Aber ich war stolz, ein Europäer zu sein. Но я был горд тем, что я и немец. Also ich war stolz, ein Europäer zu sein. Europa war für uns Jünger damals die europäische Einigung selbstverständlich. И на тот момент для нас, для молодежи, сближение, объединение Европы, это было чем-то, что являлось самим собой разумеющимся. Und dann gab es also die Versöhnung zwischen Deutschen und Franzosen. Потом был образован союз, был какой-то союз между Германией и Францией. Und ich muss sagen, schon bei meinen Filmbesuchen hier in Ihrem Land bin ich eigentlich nicht auf Ressentiments getroffen. Nicht auf Ressentiments. Also auf Vorwarte gegenüber Deutschland. Ну и на самом деле могу честно вам сказать, что я редко бывал в Советском Союзе, в России, но я не сталкивался с какими-то предрассудками, которые имели бы россияне в отношении к немцам. Sie hätten einen Anlass dazu gehabt. Хотя, возможно, тому были основания. Denn die meisten Opfer sind von ihnen erbracht worden. Потому что большая часть жертв в Великой Отечественной войне — это жертвы советских граждан. Man muss sich mal vorstellen, dass im April 1945 года, an der Oder vor Berlin, an der Oder in Berlin, vor Berlin, на реке Одер, недалеко от Берлина, noch etwa 40.000 Soldaten gestorben sind. Погибло порядка 40 тысяч солдат. Darunter 30.000 Russen und Polen. Собственно, при этом 30 тысяч из них были советскими и польскими гражданами. Und das in Berlin, auf das wir heute so stolz sind, seinen neuen Glanz. А что касается Берлина, это город, которым сейчас мы, наверное, по праву гордимся, который здесь где-то сияет. Eine Schlacht stattfand, wo jedes Haus gekämpft wurde. Так вот, этот самый прекрасный Берлин был городом, где боролись за каждый дом. Ich habe dann die russischen Zwangsarbeiter vertreten, die sehr spät Ostarbeiter eine Entschädigung bekommen haben. В свое время я защищал интересы лиц, которые были привезены в Германию на принудительные работы. 90-е годы. Это было уже 90-е годы. И речь шла о том, что компенсация им была выплачена слишком поздно. Und meine russischen Freunde waren sehr erstaunt, dass sehr die Zahl der ukrainischen Opfer sehr viel höher war als die russischen. Die Zahl der ukrainischen Kriegsgefangenen höher war als der russischen. Das kommt nach. Ja. Ну и мои русские коллеги удивлялись на тот момент, что количество вот лиц, которые были обязаны к принудительному обслуживанию территории из Украины, превышало, чем количество лиц той же категории из России, с территории Российской Федерации. Hauptkriegsgebiet war die Ukraine. Ну, собственно, во многом это было обусловлено тем, что достаточно значительная часть военных действий развернулась именно на территории Украины и Белоруссии. Gut. Wir haben eine neue Zukunft aufgebaut in Europa. Но нам удалось построить в Европе новое будущее.
Wir haben Vertrauen aufgebaut zu unseren westlichen Verbündeten. Нам удалось добиться доверия между западными союзниками. Aber auch seit der Regierung Brandt-Scheel, der ich angehört habe, gegenüber dem Osten. Ну и со времен правительства Брандта это доверие стало расти и по отношению к странам Востока. Wir wollten den Kalten Krieg beenden. Мы хотели завершить холодную войну. Wir haben die DDR erkannt. Мы признали существование ГДР. Beide Staaten kamen in die UNO. Оба немецких государства стали членами ООН. Und dieses Vertrauen war die Grundlage dafür, dass wir 1989 das Land wieder vereinen konnten. Ну и, собственно, это укрепление доверия стало, возможно, одной из самых важных предпосылок для того, чтобы в 89 году стало возможно объединение Германии. Vereinen konnten in einem nur einem freien, friedlichen Europa. И самое главное, объединение в мирной Европе. Балтийские страны получили независимость снова. Балтийские страны при Балтике получили независимость. Polen, Jugoslawien und so weiter. Also es war eine Situation voller Hoffnung 1990. И можно вспомнить также о тех процессах, которые шли в Польшу, в Югославию. То есть 90-й год – это точка, когда мир, Европа была преисполнена новых надежд. Was ist zu den Menschenrechten allgemein zu sagen? Что можно сказать касательно прав человека вообще? Wir haben ein sehr gut ausgebautes Völkerrecht. У нас достаточно хорошо проработаны правовые основы, которые позволяют защищать, обеспечивать права человека. Wir haben eine, die Vereinten Nationen. У нас, во-первых, есть Организация Объединенных Наций. Bei allen Schwächen, die sie haben, man müsste sie erfinden, würden sie nicht existieren. При всех недостатках этой организации, если бы ее не было, ее стоило бы изобрести. Wir haben dennoch sehr viele Menschenrechtsverletzungen überall in der Welt. Тем не менее, у нас есть по-прежнему очень много фактов нарушения прав человека повсюду в мире. Und das Schlimmste ist immer, wenn die Zivilbevölkerung, also vor allen Dingen Frauen und Kinder, leiden müssen. И самое неприятное, когда страдает гражданское население, когда страдают женщины, когда страдают дети. Das ist in Syrien der Fall. И в Сирии ситуация именно такова. Wenn ich das zerstörte Aleppo sehe, dann смотрю на разрушенное Алеппо, dann erinnere ich mich an meine zerstörte Heimatstadt Dresden. Jetzt sage genauso. То я вспоминаю свой родной город Дрезден, который в свое время лежал в таких же руинах. Es sind schreckliche Situationen, auch jetzt zu klagen in Afrika. Можно вспомнить и о тех ужасах, которые сегодня творятся в Африке. Ich nenne nur ein Beispiel. Могу привести другой пример. Ich war UNO-Beauftragter für den Sudan. Я выполнял поручение Организации Объединенных Наций в Судане. Und wir haben dazu beigetragen, dass ein neuer Staat entstand. И в итоге там появилось новое государство. Südsudan. Южный Судан. Die Akteure kenne ich alle, ich habe mit ihnen zusammengearbeitet. В общем-то, все действующие лица мне известны. Мы с ними работали. Die beiden Stämme, um die es da geht, haben aber nichts anderes zu tun gehabt, als sich gegenseitig totzuschlagen. Но, по большому счету, обе группировки, оба племени, можно так сказать, в общем-то, не интересовались на тот момент ничем другим, кроме как убивать друг друга. Сейчас в Судане голод, как я недавно прочитал. Planmäßig werden die Frauen des Gegners vergewaltigt. Происходят регулярные изнасилования
женщин из лагеря противника. Ein schreckliches Ergebnis von jahrelangen Bemühungen, Frieden wiederherzustellen. На самом деле, действительно страшный итог работы, которая делалась долгие годы, страшный итог попыткам восстановить мир на этой земле. Also, ich meine, dennoch darf man sich nicht entmutigen lassen. Но, тем не менее, нас это не должно деэтмотивировать, мы должны нас этим... Vieles ist gelungen. Многое нам удалось. Und wir sind den Menschen gegenüber verpflichtet, die Opfer von Diktaturen sind. Diktatur, удалось помочь. Wir sind hier in Gestalt einer NGO. Non-government organization. Присутствует предложение неправительственной организации, чью роль тоже надо подчеркнуть. В данном случае это фонд Фридриха Наумана. Die NGOs sind von entscheidender Bedeutung bei der Durchsetzung der Menschenrechte. И надо сказать, что деятельность неправительственных некоммерческих организаций – это очень важный инструмент для обеспечения прав человека. Als ich in der UNO für Deutschland Verantwortung hatte, когда в ООН представлял Германию, haben wir 1998 durchgesetzt, то в 1998 году нам удалось добиться следующего. Eine Entschließung der Vereinten Nationen einstimmig. Это было единогласное решение. Zum Schutz der Nichtregierungsorganisationen. Со стороны ООН, которая обеспечивала защиту для неправительственных коммерческих организаций. Jeder Mensch hat das Recht,